Всех приветствую. Недавно меняли стойки задние на ВАЗ-2110 и заметили вот две разные неисправности, с которыми захотели поделиться. Одна из них полностью потекшая, в масле. Есть люфт штока вот в этом направлении. Видно. И также пробивает стойка, полностью не держит. Вообще нет ничего общего с рабочим состоянием, соответственно. И сейчас я поменяю на другую и покажу другой вид неисправности. И вот другая стойка. Люфта штока мы не наблюдаем. Но нельзя вдавить его ни вниз, ни вытянуть вверх. Какое бы усилие ни прилагали, стойку заклинило. Конечно, под весом машины есть определенный ход за счет еще того, что пружина срабатывает. Но амортизационные свойства она свои потеряла. То есть я вот тяну наверх, быстрее вытянул его. И так же само вдавливаю вниз. Стойка заклинившая и не работает. Итого, у нас две амортизационные стойки, обе неисправны. И обе по-разному себя ведут на автомобиле. Если на одной слышен на ямах, качках стук, то вторая просто автомобиль подкидывает. Она не справляется с амортизацией. Такое чувство, что едешь на брычке, своими словами. Вот две одинаковые стойки с одного автомобиля и с разными неисправностями.